На общешкольном родительском собрании, прошедшем в Натырбовской школе, обсуждались важные вопросы, в том числе была затронута тема безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие начальник управления образования района Асиат Берзегова и временно исполняющий обязанности начальника отдела госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рамазан Кушу. Открыл собрание директор школы Эдуард Мамишев. Традиционно. В начале учебного года мы с вами проводим такое мероприятие, как общешкольное родительское собрание, где выносятся важные вопросы в процессе обучения и воспитания наших. Госавтоинспектор акцентировал внимание родителей на недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими водительских удостоверений. Он призвал родителей следить за тем, чтобы их дети не использовали мотоциклы, мопеды и другие транспортные средства без соответствующих прав. Кроме того, в ходе собрания родителям напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств, что является важным аспектом безопасности детей в автомобилях. Также была разъяснена польза световозвращающих элементов, которые помогают повысить видимость пешеходов на дороге, особенно в темное время суток. В селе дети в основном на велосипедах ездят, на самокатах, на мопедах. Вам необходимо со своими детьми провести работу, доводить, где им разрешено ездить, где им запрещено. Необходимо ежедневно носить светоотражающие элементы, как переходить на пешеходном переходе дорогу. Рамазан Кушу подчеркнул, что за нарушение правил дорожного движения могут быть привлечены к ответственности не только несовершеннолетние, но и их родители. Это подчеркивает важность ответственности взрослых за безопасность детей и необходимость совместной работы в этом направлении.